Всем привет! И это продолжение прохождения видеоигры Assassin's Creed 4 «Черный флаг». И это второе задание второй части в локации Гавана. Второе задание называется, как он вы видите на экране, «А как же мой сахар?». Вот. В этом задании из-за того, что вот в предыдущем видео вы видели, из-за нападения вот на этого торговца, у него отняли там сумку с вещами нашего главного героя. И теперь нам необходимо будет вернуть эту сумку с вещами. Что же, начнем? Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, Господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Итак, здесь нам предлагается вот орлиное зрение. Оно активируется на английскую, на латинскую клавишу V. Так, вот здесь вот написано о том, что если активировать это зрение, противники и животные подсвечиваются красным цветом. Вот здесь указано. А цели и задачи золотистым цветом. И можно подсвечивать до 5 противников, просто наведя на них экран. И то, что помеченные противники будут видны даже вот сквозь стены. Так, вот я пометил их. Лишь бы не путались под ногами. Орлиное зрение доступно только если стоять стоя и идти пешком, но не бежать. На бегу нельзя это делать. Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. В общем, нужно будет всячески вот прятаться, сливаться с толпой. Также можно вон танцовщиц нанимать для отслеживания, для маскировки. Вот они вот сменились. А там уже вон другие. Ну, один из них уже другой. Сейчас я его помечу здесь. Так, тут они решили пробежаться, смотрю. И теперь нам нужно за ними бежать также.
ofrezco para fiestas a bordo y como... Так, здесь они сейчас остановятся. И мне необходимо будет нанять танцовщиц для маскировки. Ну, для того, чтобы подслушать разговор. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, Реал, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си, си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да. Но сахар с Барбадос, высший сорт, мы доставили его в зал. Его хозяин затеял драку вчера, сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой! Вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. Итак, теперь нам нужно уже другого персонажа выследить. Он помечен золотистым цветом. Это капитан уже. Можно подойти поближе. Поколдуй тут. Te ayudaré a distraerte un poco y pensar en otras cosas. Итак, вот мы у капитана забрали ключ, и теперь нам нужно пробраться в тюрьму. Так, это была, видимо, ловушка для капитана. Видать, это если веревку перерезать, то она ему по башке, вот этот ящик с кирпичами, падает. Так, ну тюрьма, вон она. Здесь также желательно все это проходить без стычек теперь, по-тихому, чтобы нас не заметили стражники. Не получилось без стычек. Это какой с топориком-то дядя мощный-то оказывается. Ну на, получил ты свое.
¡Detente! ¡Vete despidiendo! Так, надо отсюда сваливать. Тут ребята довольно-таки серьезные. Бабах. Ну как он катится, а? Каракатица какая-то. Да на тебе, на тебе. Иди сюда. Так, кинули гранатку. Так, ну мы тоже не... Сейчас возьмем винтовочку. Как я тебя... Нифига себе он топориком. Сейчас бабахнет там. Иди сюда. Вот так тебе. Так, еще с одними разобрались. И нужно подняться наверх. Так, вот мы забрали свою сумку с вещами, и теперь нужно обратно встретиться с торговцем. Так, быстренько пробегаем, чтобы нас не... заметили. Так, ну вот, в принципе, и все. Сейчас я вот дойду до места назначения, и на этом миссия будет завершена. Вернее, задание. С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Насау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннан. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Так вот было завершено второе задание второй главы, второй части, вернее, прохождение Assassin's Creed 4. Вот... Дополнительная задача избегать стычек вот у меня не получилось, и поэтому 90% только прохождение данного задания. Вот, ну что же, увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи, пока-пока.